Всем доброго, ясного, такого теплого утра, как у нас на сегодня обещают. Плюс 17, уже плюс 12. Погода просто шепчет. Смотрите, на небо не облачко. И Максим под машиной. Что там делаешь? Масло меняет Максим. А? Рваные? Дорывают. В общем, масло меняет. Было там такое какое-то временное масло залито. В смысле? Нормальное масло было залито. Ну ты же говорил, временное это масло. Ну, на обкатку. Нет. На обкатку. Ну, это синтетика была залита. А теперь? На обкатку. А теперь постоянно заливаешь, правильно? А? Да, теперь постоянно. Вот. Ой, погода просто классная. Так тепло, хорошо. Ты такое масло сейчас купил? Это масло? Да, это масло. Хюндаевское масло. Первый раз такое вижу. Оригинальное. Ой, фильтры будешь менять? Да. Все сразу. Так что наше утро начинается с ремонта машины. Вообще нет, я очень... С кофе начинается. С кофе. Вообще я сегодня очень рано проснулась. Вернее, Милаша проснулась и меня разбудила. У нас что-то насморк появился. Где-то мы ее застудили, может, сами принесли заразу. Вот. В общем, ей тяжело сейчас спать, дышать тяжело. Хоть и капаем капли специальные, в больницу ходили, спрашивали. Она нам прописала, врач прописала в капли. Вот. Этим аспиратором выкачиваем сопельки, но все равно ей тяжело. Поэтому сегодня у нас ранний подъем был. У меня ранний подъем. И досыпала я в зале на диване. Максим приходит, я, говорит, не понял, это ты как здесь очутилась? Как-то так. Заказывала такой наборчик с одеждой, вам показывала. Все забрала, все понравилось. Максим. Да, смотрите, ведромочка, кофточку вязаную. Нет, я только себе одежду заказала. Штанишки. Максим. Сейчас по магазинам продукты нужно закупить. Максим. У меня аж сердце в пятки ушло. Чуть яйцо не разбил. У нас яйца – это расходный продукт. По 5 штук в день. По 5 в день ты пьешь. А сколько я на готовку трачу еще. И кушаю тоже я иногда. Давай. Я только такие творожные палочки в магните брала. Да, а, ну это Светлогорье. До какого они были? До 13-го, 11-го. Это до 13-го, подожди, октябрь. До 11-го, о, до 13 ноября. Да нормально. Чем мы? Ты думаешь, не съесть? Мы за один раз последний раз съели. Нет. Ну не так, чтобы за раз. Ну понятное дело. Что не за раз. Запас. По одной штучке, по две максимум. Очень нам такие понравились палочки творожные. Прям попробуйте, рекомендую. Максим, что-то еще основное хотели взять. Туалет, точно, туалетную бумагу. Есть где-то, Толик. Стоит. По-любому где-то ты стоит. Меня покинул Толик. Что, реально нету? Нету Толика. Зелень. Наш чай любимый зеленый, мелисса. Я Максиму предложила, говорю, давайте такой вот славим попробуем. Ну, в общем, не стали экспериментировать. Давно хотела себе вот такую рубашку. С такими прям рукавами. Фонариками. Ну, в общем, взяла джинсы, рубашку и вот такую вот футболочку. Очень качественная, прям приятная к телу. Такая классная, короче. Сразу такой наборчик взяла. Вот как вам? Вообще, эти рубашки уже давно, они даже выходят уже из моды, я только-только купила. Ну, ничего. Похожу.
Хочу показать, видите, три рядочка. Это я посадила щавель. Смотрите, как он бурно взрос, взошел и теперь вот так вот растет, уже прям хорошо так вырос. Вот. Трава, конечно, бушует просто, не успеваешь ее тяпать. Просто трэш какой-то, если честно, с травой здесь. А здесь, смотрите, еще три рядочка. Это петрушечка. В общем, посадила то, что зимой живет и даже растет. Вот, и то, что нужно практически каждый день. Щавель, конечно, не каждый день, но зеленый борщик мы любим все, всей семьей. И довольно часто мы его кушаем, тем более зимой. А петрушечка всегда нужна, зелень свежая. Трава вообще, смотрите. А вот тут, смотрите, прям такой газончик такой у нас вот вырос. Ой, кошмар какой-то. Даже вот здесь вот. Тут я не щипала. Тут как я посадила малину, все, больше я тут ничего не делала. Надо тоже этим заняться. Вот, расскажу о планах в своем огороде. Сейчас не стали ничего делать мы. Ну, нам нужны денежки были на другое совершенно, точно не на огород. Вот, следующей весной вызовем человека с культиватором. Он здесь пройдется несколько раз. До этого я хочу, вот если сейчас получится, должно получиться, сейчас, по-моему, дожди не обещают в ближайшие несколько дней, можно пройтись отравой от травы, торнадо, допустим, вот, чтобы траву хоть как-то убить. Вот, попробовать, не знаю, получится или нет, потому что Максим уже проходил здесь, когда я лежала в роддоме, такой травой, и смысла вообще практически не было, но вот сверху, конечно, все это попожглось, а корням, ну, корням ничего не было. Вот, а я хочу убить прям, потом я хочу, после того, как культиватором пройдутся, я хочу здесь, вот в этом месте где-то вот поставить тепличку. Теплицы, ну, я планирую закрывать огород, ну, в общем, заканчивать свой огородик. Огородик небольшой, вот, но как бы вот чтобы с той отдыхательной стороны не было видно моего огорода, скажем так. Там будут цветочки, все, а огородик огражден, скажем так. Хочу, чтобы красивенько смотрели здесь приподнятые грядки. У меня их здесь будет немного, раз, два и три. Скорее всего, три штучки. Вот таких широких. Может быть, четвертая поместится. Вот. И они у меня достаточно длинные, хорошие. Ну, в общем, я считаю, что будет нормально. В парнике, в тепличке у меня я планирую помидорчики, огурчики. А здесь травка, муравка, там этот редис, может, кабачки. Ну, в общем, такое, что и без теплицы нормально вырастет. Вот. Хотя какие кабачки в приподнятых грядках, ну ничего. Причем я планирую, я хочу, чтобы расстояние между грядками было приличное. Вот как вот здесь, например. Вот, получается, заканчивается грядочка. Да, вот, ну это с малинкой, да? Ой, надо протяпать, не видно ничего, никаких грядок. И вот начинается грядка с клубникой и с зеленью. Вот, вы видите, да? Вот, и дальше пошла. Вот, то есть вот это вот расстояние, это как раз-таки дорожка между грядками. Очень удобное расстояние, очень удобное. Можно и с тележкой, если что, пройтись. В общем... Мне кажется, будет хорошо. Вот. Ну и когда уже будут приподняты грядки, естественно, закажем грунт привозной, нам привезут. Будет все красивенько. Между грядками пока что дорожки. Ну, как я планирую, конечно, хотелось бы либо отсыпать чем-то, либо геотекстилем каким-то застелить, чтобы трава не росла. Будет все это красиво. Ну, это все посмотрим. Может, Максим бетоном зальет. Это еще, ну, до этого еще очень далеко, потому что нам нужно делать именно дом. А вы видите, да, Максиму некогда совершенно. Он работает, я уже, по-моему, рассказывала, в Ростове. И получается, что приезжает аж только ближе к
к 12, к часу ночи домой. Какие тут домашние дела вообще могут быть? Вот. Ну, а то, что от меня зависит... Ой, пчелка на меня прилетела, села. А то, что от меня зависит, вот я хочу сделать вот именно приподнятые грядки. Не знаю, получится ли у меня это сделать или нет. Я знаю, что продаются они комплектами, так удобно все можно сделать. Нарезать, поставить, ну, в общем, без труда. И тепличку тоже там особо труда не нужно. У меня пацаны есть, они мне помогут. Я думаю, будет все отлично. Вот такие вот у меня планы с огородом, и пока что у меня вот так все это заросло. Но я знаю, что у меня там все живое, и клубничка живая, каждый кустик, и малинка принялась хорошо, и петрушечка, да, с щавлем тоже у меня будет зимой. Так, а еще планировали с Максимом съездить, купить уже деревья, посадить. Ну, как-то у нас не везет. Мы уже второй день подряд, вернее, как получается, выходной день подряд выезжаем, и что-то мы не попадаем. Не знаю, то ли погода была плохая вчера. Мы вчера, в общем, выезжали, то ли мы опаздывали. Вот. Ну, как проезжаем мимо и не собираемся некогда, да, что-то покупать, так мы видим продавцов с деревьями, с кустарниками. Как мы едем целенаправленно, так никого нету. Что-то нам не везет. Но мы не расстраиваемся, если что, весной можно будет тоже купить и также посадить. У нас на участке появился крот. Это его след жизнедеятельности. Когда у нас был зефирка, он ловил кротов. Вылавливал, душил их там. А сейчас некому. Ну, пока что и не хочется котиков. И поэтому крот здесь устраивает праздник, пиршество. Такие кучки. Это следы деятельности крота. У нас вот там вот напротив строится дом. И дом строит один мужчина. Вот он один, собственно, дом строит. Вот его. Вон он. Не двигается сейчас. Не видно на камеру. И он один каждый день выходит. Видите, двухэтажный большой дом. Он его строит. Какой молодец. Я каждый день наблюдаю, что он делает. На самом деле ничего не понятно, что он там делает. Что-то ходит, что-то делает. Вот. Но он большой молодец. Все, вышли мы на прогулку. Все вместе. Даня, Кирюша, Милаша и я. Папа только не хватает. Но папа у нас работает допоздна. Поэтому мы никак. А тем более сейчас в Краснодаре пробки. Знаете, план перехват. Там произошло происшествие. Насколько я знаю, что там один, не знаю, человек, в общем, избил сотрудника полиции, отобрал у него табельное оружие, да, и скрылся с места преступления. В общем, сейчас план перехват, и уже какие третий день, по-моему, они каждую машину на выезде из из Краснодара проверяют. Вот, поэтому пробки такие, что Максим выезжает, например, в 9 часов с работы, 9 часов вечера, а приезжает в 1 часу ночи. Вот, очень долго ехать. Так это причем уже после часа пик, то есть пробки еще и больше бывают. Ну, люди по 6 часов едут из Краснодара в Северскую, допустим. Вот, поэтому папа у нас долго едет с работы, и сейчас его нету, поэтому и ремонт стоит на месте. Он уже мечтает, когда он закончит этот объект в Краснодаре. Неудобно, конечно, в Краснодаре, тем более, если бы было бы с этой стороны Краснодара, да, вот откуда, где мы живем, где станица Северская, а это с той стороны Краснодара, со стороны Ростова, ну или Динской станицы. Вот. И, ну, далековато ехать, в общем. Вот. Ну, он уже мечтает. Он сказал, сейчас еще немножко,
Вот, и в ноябре уже будет работать здесь, поблизости. И уже будет успевать делать ремонт и с нами время проводить. А? Да, время проводить. Вот, можно будет немножко так расслабиться. А сейчас мы идем в центр, мы хотим зайти, как обычно, в Пятерку за недостающими продуктами. Потом хотим зайти в Магнит Косметик. Максим говорит, там сейчас скидки. Не помню, 30% либо 25%. Пойдем посмотрим, что нам нужно. Там мы купим по скидке. И на Озон зайдем. Там Даня пришла. Баночка не проливайка в школу. Зайдем, возьмем банку. Заберем баночку. Мне сказали, что у нас коляска в расцветке Яндекс.Такси. А, и правда, кстати. А это Яндекс.Курьер, видишь, тоже. А кстати, пицца. Да. А? А там пицца. Пицца? Ага. Ну, такая неплохая там пицца. Люля-кебаб, скорее. Да-да. Сладкая какая-то пицца, все ее съесть хотят. Да, сладкая. Даня говорит, вон сколько яблок. А это айва. Нет, Даня, ее не кушают, так ее... Ну, она это твердая, зимой потом она мягчает, и тогда уже можно кушать. Варенье с нее варить очень вкусное, айвовое. Первый раз это вкусно? Ну, варенье вкусное. Варенье вкусное. Видишь, на яблочко похоже. Ага. Вот. Прям хорошие такие. Будь здоров. Пойдем, солнышко, ага. Пойдем. В прошлый раз снимала вот оттуда, там амбулатория и парк. В этот раз по эту сторону. Смотрите, там строймагазин, ВБ. Что еще есть? Апрель аптека. Там другая аптека, еще одна. Обычно, а не Апрель. Тут какой-то магазинчик, ни разу там не были. Обычный какой-то тоже магазин. Как-то продержался он тут еще. Какой-то он такой, так себе. Вот, ну там парк, который вы видели. Ой, аккуратно. Видите, плиточка, асфальтик. Тут в центре все есть. Так, а вот здесь вот администрация станицы. И там куча всех. И водоканал. Ну, в общем, то, что есть, все есть тут. Не знаю, как там. Всякие тут организации. Вот. А? Ага. А, ну пойдем, да. Вот, смотрите, бокс, спортивный клуб. Боксерский, так понимаю, да? Вот, дальше Азов-арена. Ну, в общем, вот, все тут есть. Вон детская площадка для совсем маленьких, тоже неплохая. Качельки, горки. Вот. Тут, кстати, вон дети гуляют. В прошлый раз ходила, детей не было. Сейчас гуляют. Мы сейчас решили пройти... Кирюш, ну, баба поправить чуть-чуть. Ну и собачка. Собачка. Собачки тут не голодные, упитанные. Да. Вот тут обычно скапливается во вечера молодежь. Сидят на лавочках, отдыхают. Ну, а вот прямо администрация Азовского сельского поселения. Вот, совет Азовского сельского поселения здесь же. Ну, а если выходить с этой стороны... Фу! Не прыгай на меня. Если выходить с этой стороны, то здесь Пятерка. Вот здесь тоже качельки. Горочки, цветочки. Там дальше проедет? Уже... Да, вот сейчас проедет. Раскрыто все. Вот. Заходим в Пятерку, сейчас купим капеллини, а потом дальше пойдем. Нам нужно, в принципе, Пятерки, там ничего такого. Мы хотели просто спагетти с сыром. Сыр есть, спагетти, оказывается, закончились. А потом пойдем в Магнит Косметик. Вот, по капеллини мы берем их, они тоньше, чем спагетти. Нам очень нравится. И цена вот 109, ну это без скидки. А, бывает дешевле. Вот, допустим, вот где скидка, вот такая цена. А по такой же цене бывают и они. Но сегодня без скидки мы возьмем одну пачку. Не, кажется, 20% скидка. Они вон вслух произносили. В общем, давай, проезжай. Шарики, да, понавесили. Ой, просто 26 числа у них скидка. Каждый месяц. Просто. А, просто?
Просто. Заходим. Кирюш, открывай дверь. Кирилл себе решил туалетную воду купить. Это такое основное. В общем, потом покажу. Давай, один раз. Все. Оставь духи. Ну и что? Мне нравится сладкие. Я, кстати, две палочки взял. Фу, нет, мне не нравится тоже. Давай какой-нибудь другой. Фу. Челюсть. Попробуй череп даст. Угу. У тебя по деньгам, да? 80 да. рублей вот да. мой бюджет. Да, побыстрее. А, я уже взял. Ну, да. Так, я. Сейчас. Я... На руку себе надо. Надо положить. Куда-нибудь положить, где-то тут должно быть. Можно тоже какой-нибудь купить? Да. Ну, такой слабенький, как вот... Не, он наоборот. Но приятный. Нет, мне нравится. Нет. Вот кофе есть, мне понюхать, чтобы вот, запах перебить. Чай? Запах перебить. Ну, это точно уже мужское? Мне кажется, это вот женское. Видишь, там женское, видишь? Это, я так, а, же точно. Что-то амбассадор, тут еще дешевое. Че? А мне тоже что-нибудь брызгает, понюхать. Вон, Кирилл брызгает, и будем нюхать. Ну, кстати, ничего. Чему? Да, чему нет? Вообще это пятки. Тебе не нравится? Земля. Вообще. Да? Да, земля. Только один отдел. Мы уже стоим да? здесь, хреново тучу времени выбираем. Это моя стипендия на канал. Ну ничего, Дань, дай понюхать. Даня. Дань, понюхай, тебе как? Дань, трудно угодить насчет запахов. Ну чё? Уже не пахнет, да? Кофе понюхай. Все, скупились. Ой, собачка с нами. Это наш друг теперь. К нам прибился. А, Моназон, Даня. Эту, как ее, баночку твою. Забрать нужно. Прибился песик, с нами ходит. Моя баночка еще не приехала. Твоя еще нет, в заказ твой не пришел. Баночка тоже. Все, мы дома. Небольшая такая закупочка. Сейчас покажу по-быстренькому, что купили. Туалетная бумага вышла очень хорошо, прям выгодно. Она так зева трехслойная. Что-то рублей 400 стоит, 300 с копейками. А мы взяли по 200 рублей. Потом капеллини, две пачечки. Сыра, ну только то, что было необходимо. Российский, красную цену мы берем. Потом эти губочки взяли хорошие, вот они. Хлеб, понятно, это вообще в другом магазине. Это мы взяли в Пятерке. Кстати, да, нужно показать, что мы в Пятерке брали. Это в Пятерке, это в Пятерке. Это самое необходимое. Это в Магните просто взяли, мы любим смесь сухофруктов. Орехово и сухофруктов. Да, похомячить. Хлебушек в другом магазине, в приветливом, взяли. Так, вот что в Магните косметик взяли. Стики, стикеры чистоты. Первый раз для унитаза. Первый раз возьму, хочу попробовать, как оно вообще. Сегодня залезла на Валберис, Озон, посмотреть, что для унитазов, чтобы унитаз камень не брал. Вот, там увидела, заказала уже себе штучку, которая кладется в бачок туалетный. И вроде как... в воде растворяется, и каменный налет не оседает на унитазе. Вот. Ну вот решила, еще там продаются также по 3-4 штуки вот таких пачечки стиков. Очень по выгодной цене. Но я решила взять одну штучку попробовать. Не знаю, как пойдет. Вот. Отбеливающая формула. Вот, попробуем, что это такое. Вот, не знаю, кто пробовал, скажите свой отзыв. Мне очень интересно. Вот губочки я взяла там же. Тоже выгодно получилось. Туалетную бумагу. А, и вот это я еще беру тоже для унитаза, для туалета. Очень мне нравится. И не только. У меня в прошлом доме там была душевая кабина и стекло. Тоже вода очень-очень жесткая. И стекло вымывала только вот этим. Вот на губку наливаешь, моешь, прям просто вот так вот протираешь. И налет весь каменный убирается. Вообще, если протирать после каждого купания стекло, то ничего и не будет, никакого налета на стекле. Поэтому
Ну, в общем, хорошее средство, но надо по-другому ухаживать за душевыми стеклами. Вот у меня в будущем будет душевые эти стекла. Я знаю, как за ними ухаживать. Вот. Так. И вот у нас... А, масло еще вот такое взяла, тоже в пятерке, по-моему. Это масло просто класть в каши, в картошку. Ну, в общем, не мазать на хлеб. Мазать на хлеб для вкуса мы берем мое любимое... Как называется? Забыла. Что? Масло вон то мое. Молочная станция молочная. Да. Моя любимая станция молочная. Вот. А это мы взяли подешевле вот такой вот заправлять гарниры. И взял Кирилл себе, получил стипендию. И на свою стипендию взял вот такую туалетную воду. Ну, она, конечно, недорогая, но по запаху очень нам понравилась. Ну, в всяком случае, Кириллу понравилось. Это прям... Сейчас будет открывать, хочу понюхать. Ну-ка, давай. А то я там так нанюхалась, что я даже запаха уже не помню, не знаю. У меня до сих пор в носу запахи все эти перемешались. Пахнет всем. Да не там с Милашей. Реветики всем. Нет, нянчи ее там. Вот, нагулялись. Свежим воздухом надышались. Сегодня пораньше погуляли. Обычно мы возвращаемся, уже темнеет. А сегодня чуточку пораньше. Ну-ка, давай. Ну, как еще открывать все? Просто коробочку открывай. А, не так открывается. А, синенькую ты взял. Да. Ну, давай, пшикни на себя, на пульс вот здесь. Угу. Чуть-чуть. Вот как? Давай, давай. Моя, заголил на пульс, на запястье. Ну, вот если... Ой. А, все. Вот, распикать нужно было. Да. Угу. Нравится? Да, теперь мне есть чем прыскаться. Это у меня были до этого, но они были не очень, скажем так. В каком смысле не очень? Нормальные были тоже. Мне и с самого начала не понравилось. Ну, ерунда какая. Хорошие духи были, кстати. Не знаю.